Сегодня Ленинский суд Кирова огласил вердикт по делу Алексея Навального. Известный оппозиционер получил 5 лет колонии. Суд посчитал его виновным в организации хищения кировского леса. Его заключили под стражу прямо в зале суда. А вчера вечером Навальный по дороге в Киров сделал 20-минутную остановку во Владимире. На перроне железнодорожного вокзала его ждали местные сторонники и журналисты. Навальный сказал, что ему приятно, как его встречают жители Владимира и Коврова, даже если поезд стоит 2 минуты и пообщаться с людьми нет возможности. Для меня это очень важно, на самом деле, ощущать поддержку этих людей. Я понимаю, что я и все мы не зря это делаем. И в небольших городах, типа Коврова, где якобы считается, что телевидение, оно абсолютно промыло все мозги. На самом деле это не так, что люди, которые мыслят независимо и действуют независимо. Это очень важно. Оппозиционер шутил, улыбался. Казалось, что он и не волнуется по поводу предстоящего приговора. Дело же не только во мне и в этом деле, а то же самое посмотреть, что происходит в Болотном. Поэтому сколько раз было по всяким административным делам и так далее, и так далее. Но эти люди, мне бы самому было бы интересно заглянуть им в голову, узнать, что они там боятся, просто чувствуют себя винтиками системы. Или надеяться, что потом когда-нибудь их простят. Или надеяться, что режим будет существовать бесконечно. Ну, это, наверное, пусть какие-то психоаналитики думают. Наше дело работать, наше дело менять ситуацию. Навальный! Навальный! Не, не так. Владимир! Владимир! Город, город! Владимир! Владимир за Навального! Спасибо большое! А мы же что?